Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Дар Ариди. Сегодня мы впервые поиграем в бабку ремейк, версия 3.4.3. Мне уже криповенько, смотрите, как она дергается и дрожит вся. А еще в этой игре мне нравится звук дождя. Просто такой АСМРчик классный. Ну что ж, начинаем, всем приятного просмотра, надеюсь на ваши лайки и комментарии. Выбираем сложность, пока что на средней, давайте потом будем повышать сложность, старт. Главное, поддерживай лайком и просмотром от начала до конца, это очень важно. Загрузочка. О. У меня батарейка почти разрядилась, время 5:40. Слушай, а мы теперь сами идем до дома. Помните, в Гренни, ну, в классическом Гренни, там просто трейлер показывается, а здесь мы сами можем дойти до дома. Как же круто смотрится, боже мой. Ребята, на моем канале все будет сейчас плавненько, четенько, без всяких лагов и тормозов. Как минимум 60 FPS, потому что у меня новая видеокарта. Спасибо большое всем подписчикам, кто помогал, поддерживал. Так, чтобы приблизиться... Окей, я могу приблизить камеру. Там вроде никого нету. Почему этот дом находится посреди леса? Фига себе! О, боже мой! Вы видели ее лицо? Ну, кто давно играл, я думаю, они знают. Капец, она криповенькая. Так, в общем, на канале AlexPlay мы делали сбор. Сбор на видеокарту, и мы собрали. Поэтому всем большое спасибо. Ты тоже можешь поучаствовать, ссылочки будут в описании. Если хочешь как-то материально поддержать, можешь на Boosty поддерживать, либо же просто донатиком на Donate Alerts. Ссылочка будет в описании. Так, ну что ж, там какой-то колодец. Возможно, там, прикиньте, там из звонка девочка выползет. Жестко будет. Очень... Мне нравится атмосферный дождь. Очень круто слышится. А какая-то записка. Давайте посмотрим. Так, ты не спишь? О, какие нежные сны тебе должны были сниться в моей постели. Извини, но мне пришлось оставить тебя одну на минутку, потому что всегда так много работы по дому. Тут можете почитать, ребят. Пока что давайте мы пойдем дальше. Обязательно потом получше поизучаем. Мне пока что хочется именно вот насладиться геймплеем. Так, мячик. Я могу швырнуть, да, бросить на G. Фига себе. Слушай, мне нравится физика в игре. Я спрятался. Она где-то здесь. Слышите, она топает. Можем присесть, прыгнуться. Слушай, мне нравится Гренни ремейк. Круто сделали. Тут можно тоже спрятаться. Она за дверью стоит, по-моему. Или мне кажется, я могу спрятаться, если еще... Да, можно еще спрятаться. Если что, мы мячик швырнем. Хера себе! Как же крипово! Ой-ой. Она не топает. А тут некуда идти. Тут некуда идти. О, боже мой. Вчера себе. Да мурашек просто. 20-25. Офигенно круто. Почему я раньше не поиграл в ремейк, ребята? Это офигенно. Чего? Она... Подожди. Это цемент? Она заделала дверь, то есть мы так просто теперь не выберемся. Тут вроде бы как будто бы я могу взаимодействовать. Мне нужен хотя бы камень. Тут же есть камень у нас. Смотри, я могу кинуть его, получается, да? Можем кинуть. А, окей. Мы камнем все просто расковыряли. Такого не было, слушай, классно. Закрыто, нужен ключ. Ребят, я первый раз играю в эту версию. Офигенно круто, мне нравится. Лопата.
Можно ли бить лопатой? Тут какой-то ксеноморф или кто это? Что это такое? Какая-то карточка. А, это типа, чтобы грени собрать, чтобы дополнительная жизнь была. Интересно, какая тут плохая и хорошая концовка? Тут все по-другому. Тут можно капец запутаться. Тут все немного по-другому. А там паук должен быть. Я не знал, какой здесь паук. Блин. Лопата большая, сильно как будто. Да брось ты. Ой, я нашумел. Давай спрячемся под кроватью. Надеюсь, она не видит свет. Она, кажется, идет сюда. Топает. Блин, как же здорово сделали. Давайте вылезем. Ребят, я играю первый раз в ремейк. И тут все по-другому. Все совершенно по-другому, что очень непривычно. Ну, пол вроде бы не должен скрипеть, да? Мы же на... Блин, зато звоночек. Тут ловушка, по-моему, да? Надеюсь, она уйдет. Она просто левитирует, как будто бы по воздуху. Это я не знаю, как он будет выбираться, но это капец как крипово. Тут можно прыгать. А вон она, веревочка. Все, я нашел. Надо перепрыгнуть ее. Ну, замечательно. Валим, валим, валим. Надо с разбегу, тут можно бегать и перепрыгивать. В классической игре нельзя было прыгать. Окей, я буду знать, буду иметь в виду. Так, надо ждать, чтобы она ушла. Свет отключил. Ай, боже мой! Нет! О, боже мой! Какая же она криповая! Время 12 часов. Меня в клетку посадили. О, нет. И каждый раз по-новому. Так, ладно. Надо как-то расковырять. Я думаю, здесь можно. Давай, давай. Сейчас расковыряем и выберемся. Мы сможем это сделать. Отлично. Еще, это мало. Слушай, как же реалистично, мне нравится реализм. Отлично. Я могу теперь выбраться? А, я взял палку. И зачем? Так, у нас есть палка. Я не могу пока выбраться. Но палка нам определенно для чего-то нужна. Нажать-то кнопку, да, дотянуться. Так, смотри, как будто бы надо реально дотянуться. Кнопка взаимодействует. А, вот, все, я взаимодействовал. Фонарик. Все-таки у нас есть фонарик, отлично. А, тут кто-то погиб. Тут кого-то убили. Все в крови. Боже мой, ремейк очень криповый. Это быстро спрятаться. Это мы в гараже? Не знаю, где мы, ребята. А, боже мой, она прямо за углом попалась. А, слушай, мне теперь интересно посмотреть на плохую концовку. Ой, мне уже плохо. Тут есть сразу предмет для колодца, да?
бы добраться как-нибудь до туда. Шкафчики. Отверточка, отлично. Я могу на улицу уйти? О, нет. Нет, нет, нет. Он за мной идет. Боже мой. Нет, пожалуйста. Она заметила меня, да? Уйди, пожалуйста, от меня. Фу, боже мой, я думал, она заметила. Как же мне страшно. Что-то неохота выходить. Может быть, в другую сторону пойдем? Может быть, вниз спустимся? Так, а внизу какой-то подвал. А, я отсюда в прошлой катке начал, да? После того, как я погиб. То есть мы уже примерно понимаем, как сделан дом. Труба у меня была. Какой-то подвал. Не, ну карта сильно отличается, это как будто бы другая игра. Помидорка? А можешь съесть помидорку? Я бы с удовольствием сейчас покушал. Блин, звонок. Я не знаю, что это такое. Слишком тяжело. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Только не тупик, только не тупик, но нету. Время 6:37. Капец, мне очень плохо, ребят, очень плохо. Тут есть записка. Похоже, я скоро умру. Я думаю, гильотина во дворе уже ждет меня. Нужно быстрее найти выход. Блин, она гильотину приготовила. Она прям сразу замечает тебя. А можно просто через забор перелезть? А, он, подожди, он не может бегать из-за того, что у него ноги болят. Может, лопата нужна, чтобы откопать какой-то участок? Конечно, я буду все триггерить. Чем больше меня убили, тем я слабее. Так вот и гильотина. О, она все дрожит. О, ладно. Надо попрощаться. Спасибо, Рёш, что поддерживаете. Блин. Слушай, она не может меня догнать. Ну, конечно, у нас одинаковая скорость примерно. Тоже не криповая. Я сдаюсь. Или нет? Кажется, сдаюсь. О, какие криповые картины. Закрыто. Блин. Криповенько. Ну-ка посмотрим. Жестко. О, нет. Это очень жестко. Ты умер, и меню. Слушай, ну определенно надо будет переиграть. Спасибо, что смотришь, поддерживаешь канал Дар Риди, ребят. Спасибо. Вы самые лучшие. Вторая моя попытка в этой игре. У нас садится батарея. Нам срочно надо дойти до дома. Проливной дождь просто идет. Очень сильно промок я.
хочется как-то согреться и подсушить одежду. Может быть, на утро свалить отсюда. Так, вот он дом, в котором мы будем. Почему этот дом находится посреди леса? Интересно, каждый раз нас одинаково, да, встречают? Боже мой. Реально бабка криповая. Скример. Классный. Очень атмосферную сделали игру, мне нравится. Прям, наверное, один из лучших ремейков. А, сильно болит голова. Есть мячик. Так, Ctrl садится. В принципе, можем взять мячик и его выкинуть. Она там, нет? Она где-то здесь. Слушай, она как будто рядом ходит. Вон, прошлась только что. А куда? Она не вниз спустилась, она в туалет, кажется, пошла. Мне кажется, стоит кинуть мячик. И давайте понаблюдаем, куда она пойдет. Она это услышала, да? Так. Аккуратно проходим. О, слушай! А, я потом, если что, смогу свалить отсюда. Пока что нельзя. Надо будет залутаться. А, часть фотографии бабки. Ну, тут много что переделали. Тут нету двери, она хотя здесь была в оригинальной части. Первое, что, наверное, нам стоит сделать, это полутаться. Можем взаимодействовать, да? Надеюсь, она скрип не услышит. А, шкафчики пустые. Кинем туда. Пускай она там будет. Я так понимаю, способ... Блин, что-то упало. Блин, упало! Она сейчас сюда придет. Боже мой, все падает. Тут много вот этих банок. Они гремят. Нужно быть аккуратнее. Сейчас могу спрятаться под кровать. Слушай, по идее, там должен быть паук. А картина поднимается. Кажется, нужно разместить картину в нужном порядке. Окей, если получится. Ну, подожди, слушай, там паук. Давай сюда. Нет! Нет, пожалуйста! Она же видела нас. Уже нет? Это очень странный был момент. Мне кажется, это недоработка этой игры, но она видела, что я спрятался перед носом. Я уж думал, что она сейчас на нас нападет. Но мы вовремя среагировали. Так, ладно, там паук, хорошо. Ну тут можно методом исключения, наверное, да, тут? А, колокольчик звенит здесь, я не заметил. Поэтому она нас слышит, там колокольчик. И она сюда сразу идет на шум. Надо подождать, чтобы она отошла отсюда подальше. Но вообще игру сделали прикольно. Мне нравится атмосфера. В этой части. Вот, смотрите, вот он колокольчик. Может, можно это как-то будет обрезать? Тогда это сюда давай. А куда она вешается? Где-то здесь. Так. Не, значит, не так, хорошо. Это какой-то слендер, а там дом. Боже мой! А, сука! Мне страшно! Что так страшно-то? Капец, это криповая часть. Очень криповая, слушай. Она по криповой будет оригинально, мне кажется. И по атмосфернее. Ну, оригинальная это классика, конечно же. Она интересна своей оригинальностью.
О, ну тут прям хоррор-хоррор. Сюда. Найс! Получилось. Не знаю, стоит прятаться или нет. Надо избегать таких баночек. Они гремят. И привлекают бабку. Стараемся не задевать. Это звуковые ловушки. Боже мой! А! Тут много ловушек. Лучше не торопиться. Стул какой-то. Потому что мне кажется, это плохая концовка. Тебя могут казнить на электрическом стуле, возможно. Ничего нету. Тут отвертка нужна. Да, нужна отвертка. Надеюсь, я не погибну. Может, бабку можно как-то вырубить? Ой-ой! Мансанули! Мансанули! Вали-вали-вали-вали-вали! Ныкаемся. Отсюда еще мы заметим, если она пойдет. Капец, какая же страшная часть. Картина упала только что. Фух, ладно, выходим. Слушай, я не знаю, сбегу я или нет, но тут все по-другому. Мне нужно открутить винты. Короче, срочно надо найти отвертку. Но пока что я не вижу отвертку. Блин, бабка внизу, а мне тоже надо вниз. Боже мой! О, нет! Долго, сильно! Нет! Капец, это криповая. Сейчас 20:26. Короче, тут все длится, видимо, за один день, да, за одну ночь. Нам бы на улицу выйти. А там не погода. Кругом горы. А, мне уже плохо, я немножко... А, вот, она забетонировала, да? Вот мне нужен камень, чтобы... Так, взаимодействовать. Я сам могу теперь спрятаться здесь, если что... Тут же все забетонировано, я так понимаю, она не сможет пролезть. Зачем я это сделал? Нам надо вниз спуститься, потому что тут нет смысла тусоваться, тут вроде бы больше ничего такого нету. Как это меня не заметило? Может, это кинуть стоит? Вот сюда кину, пускай она сюда подойдет. Так, она сейчас придет в комнату, а мы спустимся вниз. Надеюсь, она с правильной стороны пойдет. Картины сами поднимаются. Нет! 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 О! Да блин, почему? О! Крипово. После того, как я упал, я был очень медленный. Я не знал этого. Мы постоянно находим способ сбежать. А, очень долго. Возможно, это можно сломать. Тут прям чувствуется, что долго что-то надо делать. Прилагать усилия. Это два раза надо? Слушай, блин. Жестко. Давай, давай, тянем, 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 тянем. Отлично. И типа мы до кнопки можем дотянуться. Берем фонарик. Интересно, если не взять фонарь? А, тут уже кто-то был и погиб. Куча ловушек. Нельзя задевать баночки. Но мы начали снизу, может быть, что-то здесь найдем? Первый раз играю в эту бабку. Блин, сложно. Там ее капканы были. Кусок мяса. Записка. Если ты соберешь кусочки картины, то бабка, возможно, даст тебе больше времени.
Тут, видимо, собираются картины ее. Окей. Сейф. Нужен ключ. Ключа пока что нету. Тут нету гаража, по идее, тут должен быть гараж. Блин, как же это крипово смотрится, кстати, какая тень. Боже мой, она еще дрожит так. Какая же она криповая. Может, если я буду красться, если я за банку сдену, может, она не загремит, банка? Тут очень много банок. Ну-ка, допустим, я крадусь, да? Да, банки не гремят, когда крадешься. Отлично. А чаще, наверное, надо ползать лучше, по стелсу проходить. Так, тут ничего нету. Ой! Боже мой! Сюда! Нет. Она открыла! О, нет! Новая смерть! Поймала нас! Время 4:46. Ребят, ну что ж, можете писать какие-то подсказки. Я специально не смотрел прохождение. Потому что хочется самому попробовать пройти. Но это будет явно нелегко. Не знаю, сколько здесь концовок. Но будем стараться, ребят, будем стараться. Зато мы пострелили новой смерти. Новая анимация, когда тебя ловит. Почему она на улице тусует? О, нет. А, блин, да ты серьезно? У меня так были ноги, я не могу бежать. Я еще и бежать не могу. Она меня догонит. Она меня догонит. Пожалуйста, кровать. Нужна кровать! Я, кажется, я успел. Ну что, теперь будет сложнее, потому что у меня ноги болят. Было бы здорово, если бы была какая-то шина или бинт, чтобы ты мог привязать ноги. Ой, капкан. Перезавязать ногу, чтобы ты уже быстрее передвигался. Потому что если тебя несколько раз поймали, проходить сложновато будет. Это, наверное, в учет тому, что ты же уже явно что-то сделал, какие-то действия, и тебе немножко осталось. Поэтому сложнее. В принципе, для баланса это тоже нормально. Но если ты игру не знаешь, тебя сразу ловят несколько раз, и, по сути, проще переиграть. Можно разминировать как-то? Блин, нельзя разминировать еще. Что-то скрипит. Короче, скорее всего, я проиграю, я просто минимум сделал. Она еще... Да, блин, ну почему ты здесь-то? Я не могу ничего сделать. Нет, прощайте, ребята. Капец, криповые. Криповые скримеры здесь, в этой игре. Я только решил одну загадку. Тут лучше с окна, наверное, смотреть. Вот я только появляюсь, она сейчас на улице стережет, да, меня, как будто. Большой дом. Просто все под электричеством. А, нельзя было! А, короче, та же самая смерть, как и первый раз. Нельзя было задевать, наверное, сначала надо было электричество выключить. Упс. Ты умер. Ладно, ребятки, пускай это будет первый взгляд. Круто, интересно. Хочется попробовать продолжить выживать. Ну, очень сложно, реально, очень сложно. Когда ты играешь первый раз. Играли мы на среднем. Может быть, стоит на легком поиграть хотя бы. Либо вообще на призраке. На призраке будет неинтересно. Хотя бы с легкого надо начать. Бабка немного медленнее, чем обычно. Бабка не ставит ловушки. Пол в доме не скрипит. Возможность получить бонус на день. Бабка не поднимает предметы. Да, я думал, если что, с легкого начнем в следующий раз. Вот. И попробуем пройти игру. Подписывайся на канал Дар Риди. Жми колокольчик.
также, если ты хочешь материально поддержать, ссылочки будут в описании на Boosty, можешь стать спонсором на Boosty, либо же на Donut Others. Вот. Ну а мы вернемся в следующей серии. У нас марафон Гренни, марафон про бабку. Вот, хочется поиграть в разные игры, в разные части. Поэтому я думаю, серий будет много, потому что давненько мы с вами не играли в бабку. Я много что потерял. Жалко, вовремя не снимал. Ладно, надо как-то это возмещать и компенсировать. Вот. Будем чаще снимать. Всем пока, до новых встреч.